Хотя, дико извиняюсь, какая же она нахрен современная в нынешней Украине. За деньги можно практически все. Не верите? Вот вам самое наглядное подтверждение. А в чем фокус и сюрприз? Да вот же он! В государственном номере регистрации данного автомобиля. Видимо, у владельца фантазии на большее не хватило. Ну а наша доблестная ГАИ за соответствующую мзду зарегистрирует любую комбинацию из трех букв. Даже самую неблагозвучную и часто употребляемую, которую пишут на заборах. Все зависит от суммы. Даже не сомневайтесь. Было бы пару штук баксов, я бы это вам наглядно продемонстрировал. Ну а пока маемо те, что маемо. Ну и вот теперь скажите, в чем неправы европейцы, которые не пускают вот эту бешеную собаку на свои автобаны. Да его же на цепь нужно изолировать от общества. Или выводить на дорогу, на морднике и на коротком поводке. Во, точно. Согласен? Добро пожаловать в Европу, Вильно и незалежно.